Сегодня песнями и танцами открылась ежегодная Тихвинская ярмарка в Цивильске. Уже несколько столетий ярмарка не меняет свое местоположение. Площадь возле Тихвинского женского монастыря, как всегда, собирает народ со всех концов республики. Побывала там и наша съемочная группа. Традиционно на Цивильской ярмарке можно не только посмотреть, но и купить эксклюзивные подделки местных мастеров, разнообразную домашнюю утварь, домашний скот и птицу. Торговцы мхом, живой рыбой, домашним скотом разместились на сельскохозяйственной выставке «Сельское подворье». Все 4 ярмарочных дня будет работать выставка продажи изделий народных умельцев в этнографической деревне. Мы ездим сюда, вот четверо нас, мы всегда 30 лет ездим в Цивильске на ярмарку. Нам понравилось тут. Продадим, не продадим, нам очень нравится тут побывать. Ну, ничего, наши игрушки всем нравятся. Мы продаем подешевле, чем в магазинах. Тут же можно будет угоститься национальными блюдами. На специальной площадке будут состязаться лучшие спортсмены района и республики. Различные аттракционы и игровые программы ждут детей в детском городке. Праздничное настроение также будут создавать и творческие коллективы республики. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Вот Никита идет и орешки грызет. Вот Никита идет и орешки грызет.